Ой, на. А у тебя кто? А? Хэллоуин, брат. Како ви и хокеј, објасните мене, ви, творица. Брате, био сам на хокеј, брате, топ. Топ? Ја те ме рекам. Идемо свату сад. Да, избавили ме се. Ваня, хокеј боја фурна. Да, шо ја те ме рекам. Ова е финална игра. Каждый единоборство внимательно. Не проигрывай, добьешься до конца. Пока. Давай, давай, давай! Ну, абсолютно два разных тайма. В первом тайме доминировали, создавали большое количество моментов, играли максимально разнообразно. Во втором тайме отдали преимущество, очень сильно сели. Ну, нельзя сказать, что прям Урал создавал момент за моментом, но тем не менее у нас совсем не получились атакующие действия. Очень сложно по сравнению с предыдущими играми. Первый тайм более-менее команда хорошо играла, вот, а во втором Урал, так сказать, возрастил давление. И футбольный клуб Урал напоминает вам, что наши... Всегда у него была шикарная левая нога, мы это знали и всегда говорили ему, что когда не только мы будем знать, что у тебя прекрасная левая нога, и, наверное, он на тренировках забивал больше всех из наших игроков. Поэтому вот то, что мы знали, то, что у него есть, наконец-то
стала проявляться во всех матчах подряд. Первом тайме, я думаю, у нас было преимущество и больше моментов. На концу мы забивали. И когда начался второй тайм, Урал начал очень сильно прессинговать, не допускал нам игру. И, конечно, можно сказать, Урал в втором тайме был лучше соперник, чем мы. Но на концу мы успели обороняться, выиграть и забирать это 3 очка, которые нам будут очень важны. Да, работа, конечно, разбираем соперников, плюс на тренировках отрабатываем этот элемент, потому что с приходом ВАРа стало больше пенальти, и этому, так сказать, моменту уделяется больше внимания сейчас на тренировках, чем раньше. Юпа! Ну, я думаю, каждый игрок смотрит таблицу и, конечно, на концу будем смотреть, если попадем в эту Еврокубку или нет. Сейчас у нас 46 очков, много набрали, осталось еще 4 игры. Я думаю, каждый из нас будет постараться до конца, и мы знаем, что у нас будут большие шансы в этом году, и не будем допускать никакие ошибки. Хорош, Гайс. Молодцы, ребят, молодцы, молодцы. Такие игры тоже надо уметь вырывать. Все правильно. Хорош. Я твою левую рот шатал. Молодцы, молодцы. Каждый игрок, когда начинает играть в футбол, думает о такой большой игре, как Champions League. И я думаю, у нас нет много игроков, которые играли большое игре в Европе, и если мы попадем, я буду сильно желать каждому из игроков большую удачу на каждой игре, и думаю, мы будем показать отличный футбол.